наладка тканы на показ. Самец. 72 года. В этом году. Малыш вообще только из гнезда спустился. Вот этого черного карапата. Этого года даже пескон. Апрельский вроде бы. Голубочки. Прошлогодняя голубка. 23-го года. На показ.
молодежь по капканам. Молодежь по капканам на выходе. Голубка с этого года молодая. Shit. Всем привет. Просто, блин, бомба дойдет. Башка такая, шляпа, нос. Голубочка, да? С хорошей башкой, вообще в шоке. Второй напарник самец, да? Гульбадам, белоносый, да? Одна гнездка, да? Башка тоже. Мощные лапы. Здесь вообще лапы большие, да? Чистый гульбадам, да? Оба голубоглазые, да? Ну, у этого шляпа, вот этой голубочки, вообще капец. Вот, из-под гульбадама и гульсара. Чистая жучка вышла и гульбадамчик. Башка, блин, вообще чубина такой ровный, с центра, хорошая будет жучка. Два замка, писькушка, родители кормят, крупная будет. Еще голубь покрасный, чубы. Цвет однотонный, лапа. Еще одна голубочка по красному. Тоже цвет красивый. Лапа. Чуб задний. От уха до уха. Голубочка будет.
сейчас четвертый год штука. Самка будет. Искушка самочка будет. Грива. Маленькая вообще пискушка. Ноги. Thank you.
собачка. Чубы, блин, экстремально вообще. Вот это башка, блин, очень огромная чубина, достойный, да, киску, даже внутренние пальцы закрытые, да, хорошая, да, очень киску, четкий, голубка будет, да, задний прям. Даже внутренние, да? Закрытые вот перья растут.